Я полюбил город. Я здесь уже порядка 15 лет нахожусь, живу. За это время, конечно, Химки очень сильно преобразился. Конечно, если сравнивать Химки сегодняшние и 15 лет, это два разных города, можно сказать. Химки за эти годы очень хорошо развиваются. Это современный город с удобной инфраструктурой, с удобной транспортной доступностью. В нашем городе построили самый суперсовременный центр фехтования, который отвечает по своим критериям, всем нововведениям. Совершенно точно, это лучший центр фехтования в стране, а возможно даже это лучший центр в Европе. Благодаря, конечно, и нашим результатам высоким, и администрации городского округа Химки, и в принципе Московской области, удалось создать такое уникальное место. Мы очень рады, что в Химках появился такой современный зал спортивный. Добираться сюда стало намного проще. Сейчас ходят регулярные автобусы по расписанию, хорошие дороги, освещение. То есть проблем с этим нет никаких абсолютно. Химки – это спортивный город, это действительно так. Очень много детей ездят на велосипедах, на самокатах, активно занимаются спортом. Я веду достаточно активную социальную позицию и сам люблю чистоту. И надо сказать, что Химки – это чистый город. По роду своей деятельности я много где бываю, по и нашей стране, и вообще по миру. И действительно, Химки – это один из чистых городов в нашей стране. Видно, что занимаются и сбором мусора, и, скажем, там чистят и тротуары, и убирают снег зимой. То есть город делает все для комфортного проживания химчан.